Всем здорова, дорогие друзья, с вами Драгин, и сегодня у нас ТСРП. Я надеюсь, никто не забыл, что это за игра, а если кто-то забыл, то я вам напомню, это лучший клон People Playground на телефон, а именно Turbo Stickman Ragdoll Playground. Я даже запомнил расшифровку аббревиатуры ТСРП. Вот. Сейчас время 20:12, буквально, я сейчас просто запинаюсь. Короче, где-то минут 5 назад вышло обновление, которое можно скачать в группе у разработчика ТСРП, где он добавил реактивные двигатели. Собственно говоря, мы сегодня это посмотрим. В Play Market этого пока что нету. Это, кстати, версия 07.8.3. И давайте с вами посмотрим. Кстати, кто рад возвращению ТСРП на моем канале, ставьте лайки. Если наберется под этим видео, скажем так, 40, наверное, вы не наберете, но да, хотя бы 30 лайков, и я сниму уже следующий ролик в ближайшие дни, ну как только наберется 30 лайков. Вот, ну а мы, ребят, погнали смотреть. Так, нам, получается, нужно замедлить, ну, насколько я понял, время. Вот так. Угу. И что дальше? Ну, там как бы видео еще было, где показывали, как это все делать. Вот такие вот реактивные штуки у нас. Вот. Получается, мы их сейчас, по идее, так, я вот просто не знаю, но типа штука мощная на самом деле. Угу. Так, ну давайте вот так, наверное, вот так. Или как? Интересный вопрос. Угу. А это тогда немножечко вот так. И получается вот так. Нет. Бля. Ребята, это сложно. Кстати, всем приятного аппетита, кто кушает, и приятного просмотра. Я не знаю, как... Так, надо как-то сделать. Ну, наверное, пусть будет вот так. Я не знаю. А также у нас получается в строительстве, по-моему, нужны шурупы. Хрен знает, давайте и то сделаем. Вот, чтобы как бы не, ну, у нас не отпало ничего. Так. Угу. И теперь мы при замедлении времени, вот где-то, наверное, вот в таком, нам нужно сделать так. Ну, в принципе, я думаю, наверное, это сделаем мы немножко по-другому. Сделать, получается, использовать, и по идее сейчас у нас должен он лететь. Ты летишь? Но тут, короче, есть, так сказать, вот это, короче, сила. Давайте ее сделаем на, ну, давайте, наверное, на, ну, 340, самое главное, если я правильно понял. Ну, так, что там 340 же, да? 300, так, ну, 341, я надеюсь, невелика погрешность, и ничего такого у нас не будет. И, по сути, он должен у нас, получается, лететь. Так, ну-ка, полетит, интересно, нет? Ребят, он летит, охренеть. Вот это да. Он летит, но, я так понял, мощности не хватает. Я боюсь то, ну, за то, что может это как бы, ну, как, давайте на 500. 500, можно 500, ну, 510, ладно, 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 ладно. Так, алло, можно? Спасибо. 510, вот, ровно, какие 516, алло. Прием.
как там? 500? Ну ладно, 9. Недостаточность тоже, небольшая погрешность тоже бывает. Братан, оторвись. Ну. Ауф! Он летит. Так. Тут такая, так сказать, смена курса. Двигать можно? Ага, спасибо. Как-то там можно вертеть же, да, вроде? Чё? Ни хрена. Так, это я, кстати, сам для себя первый раз открыл. Еще, смотрите, какая фишка может... Ну, что можно, короче говоря, сделать. Так. Ну, допустим, машина, окей. Получается, мы ее прицепляем. Где тут штучка такая? Вот. Веревка. Ну, пусть будет реально веревка. Почему бы и нет? Вот. Веревка. Вот с двух сторон. На одно место. Также мы, получается, делаем, я думаю, на максимум на 1000. Ну, а чтобы точно уже, получается, чтобы было лучше, так сказать. Да ладно. Он падает. А почему? А... Блин. Я что-то сделал. А почему он падает? Алло. Так, мне это уже не нравится, на самом деле. Братан, почему ты падаешь? Ты сейчас должен, по сути, лететь. Не, ну окей, давайте его туда запустим. Ой. Что-то его пере... Угу. Так, у меня тогда есть еще один вопрос. А можно ли вот этот, вот эти реактивные... Реактивную хрень, например, сделать на машину? Так, вот ключ от машины. Братанчик, ты возьми ее там в руки. А ты нахрена бросил-то, алло? Использовать. Чпоньк. Все, мы в машине. А, получается, сейчас мы делаем... А, где вот эти... Где реактивы мои? Во. Толкатель. Знаете, своего рода турбина получается. А замедленное время. Вот эта хрена, тенюшка. А мы, получается, вселяемся. И, получается, сейчас мы ее прок... А, кстати, а что если... Слушайте. Я ничего не хочу говорить, но я, по-моему, только что сделал, как бы, ну... Вы сами видели машину... Как бы... Как бы вам сказать, там... Машину, которая сейчас полетит... Вот, много-много-много-много-много. А также шурупиков тоже много-много-много-много. И сейчас, по идее... Должна вот эта хрень использовать, я не знаю, ты чё, полетим, нет? Но у меня сейчас мощности не хватает, правильно же? И чего? О, она ехать, ребят, начала. Она начала ехать. Она очень быстро начала ехать. Ну, не очень быстро, но все же. Так, ну, скажем так, она, в принципе, разгоняется, если, по идее, сделать сейчас плюс-минус замедленное время и, где машина-то, использовать, то, по идее, она сейчас должна, ее даже можно вот так поднять, по сути. Блин, отлетела. Блин, она отлетела. Не, ну, она поехала. Блин, куда? Алло. Ну, а что с ним будет? У меня появился еще один эксперимент. А что будет, если этот реактивный, скажем так, двигатель поднести к... Ну, мне кажется, этого ничего... Ну, не будет, ничего не будет, собственно говоря. Почему? Потому что, мне кажется, разработчик этого... Ну, не думал то, что я так буду делать. Где? Вот, вселиться... А, так.
Блин, можно как-то побыстрее? Ага, спасибо. Мне кажется, разработчик просто-напросто об этом не думал, что я могу это сделать, но тем не менее... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, теперь мне нужно, получается... Да стой ты, алё. Мне, получается, нужна веревочка. Все. Так, и получается, мне нужно сейчас просто-напросто использовать. Ну, я хочу посмотреть, загорится или нет человек. Мне кажется, что навряд ли. Ну да, собственно говоря, он не загорится, потому что игрой это не предусмотрено. Кстати, интересно будет, что если... Да стой, родной, стой. Ты тебя, алло. Уи, полетели. Йо-го-го. Странно то, что она взять, она, видать, так ничего сделать не может, но она его, кстати, исхреначила только так. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте, если наберем 30 лайков, то в ближайшие дни выйдет ролик. Ну, по ТСРП, какие-нибудь РПшечку, может быть, сделаем, может быть, какой-нибудь челлендж, не знаю, что мне придет в голову, и я, собственно говоря, запишу. Ну, а на этом все. Обнова, в принципе, прикольная, с этими реактивными ускорителями. Много что можно поделать. Не хватает, кстати, еще воды. Вот. Короче, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока, друзья.